Добрый день! Сегодня я расскажу вам немного о камнях и о красках, которыми я рисую. Сегодня мы сейчас найдем нужный камень, и я покажу, с чего начинать и какими красками. Это акриловые краски. Я думаю, что они нам все могут понадобиться. Вот. Кисточки искусственные, но они тоже очень хорошие. И несколько камней. Ну и вот я покажу, здесь есть несколько образов. Вот, допустим, здесь прямо уже человек сидящий. Но я думаю, что мы не будем сегодня брать сложный образ. Мы сегодня возьмем простой камень и нарисуем какую-нибудь птицу. Рисуем сову. Это, конечно, длительный процесс. Постараемся уложиться. Я обычно не пользуюсь карандашами, крайне редко. Краску, его надо обычно покрывать клеем, чтобы он держал краску. И когда я рисую какие-то такие живые образы, клей закрывает, клей закрывает информацию, поэтому я предпочитаю несколько, там 2-3 слоя наносить. Ну, вот такая незамысловатая, но милая птичка получилась у нас минут за 20-30.